Если ты не гей, то на лайк нажми скорей. Ха-ха, дорогие друзья, всем на связи, здорово, Лёха Такс и Димон Дизари. И сегодня у нас самая странная машина из обновления последнего на Радмире. Машина, которую никто не хотел покупать, которая всегда доступна, Citroёn D3. Но у нас есть идея с Димоном. Это DS, Citroёn DS. Да я, мне насрать, как она называется. Я ее купил в розовом цвете, мы преобразим эту машину в оперстайл, кто бы догадался. Мы занизим, мы скрестим Бипан и Оперстайл. Что если бы французы были бы такими же дураками, как мы? Если бы в свое время, сейчас мы покажем, что если бы в свое время АвтоВАЗ выкупил бы лицензию у Citroёna. А, да, кстати. Ну в целом, блин, на какую из Жигулей это похоже? Я даже не знаю. Вместо Жигулей Фиата 124. Это просто, это Жигули, блядь, только 2200 года, знаешь, она там, типа, школьники затюнингуют. Самой красивой машиной он был призван, я не знаю, типа, в каком году. Сейчас будет самой хуёвой машиной, мы превратим это в колхоз. Только дорогой колхоз, что самое важное. Ну, просто посмотрим, что из этой тачки себя представляет. Кстати, да. Я Peugeot обгоняю, слышь, Peugeot, едет. Peugeot, бля. Я Peugeot обогнал. А чё у нас, только подожди, французский сервер, что ли, или чё? Такси РП. Дон Ковалечтон, блядь, что ли? У меня вылетело 180 км в час. Радмирдон, блядь, почему? Как, блядь? Радмирдон? Радмирдон, мусье. Самое, что я замечу сразу, у меня розового цвета машина, и, в общем-то, там опять сидит голый мужик в трусах. Почему так каждый раз? Типа, пацаны не поймут, нужно затонировать этот бункер, чтобы никто не видел, какой хахаль у меня сидит сзади. Зачем затонировать бункер? Дорога, блядь, бункер это есть. Говорит, затонируй. Иди нахуй, короче. Давай гонку, уже что? У меня мужчина уже сзади хочет. Раз, два, три. По-французски, блядь, задом наперед считают, знал? Сейчас я тебе хот-дог. Да ты француз, бом-бом-бом. Ты чел заспавнился просто сзади, чё спина? Это я, блядь, его нанял. Лёша меня обогнал Алёша-то. В цветы посмотрите на француза, он въебался. Ты наш, бля, Дима. А чё она сама починилась, у неё капот сам закрылся. Чё за хрень сейчас была? Так это же, это французский автопром, машина, которую никто... Бля, ну просто покажите мне человека, который 13 миллионов фантеку. Бля, Citroёn. Она выглядит вообще, она как баран, знаешь, который пастуха его окружил, типа. Но она вообще в любом цвете какая-то гейская, я не знаю. Она дурацкая, максимально. Она просто, она, блядь, похожа, как будто она не мистер Бин. Ты меня забатил её купить. Это что? На, ебать. Я думал, у тебя русский рэп играет, там какой-то чел едет. Ну, у меня играет здесь ЗАЗ. Алло, лимузин, ты ну не па. Блядь, да иди нахуй, я ничего не знаю по-французски, кроме, блядь, Бипан. Я еду, менять диски, первое, что нужно сделать. Диски не солидные. Чел меня музыкальный дудосер едет, догоняет. Яман тут дофига тюнингеров, давайте тюнингуйте меня все. Мотоблоки. Давай, прыгай, Кавасаки. Бля, ну мотоблок лучшая покупка, чем вот это. Аааа! Тюнинг! Приехал. Там еще один. Давай. Арик, садись, блядь, надо мужскую машину превратить, это понял? Да, че-то, не слышу, да нафиг он спрашивает, какой-то странный чел, все, сток был. Все, короче, я. Меня Дима просто нассал в уши. Короче, вот это смотри. Я не армянин, если что. А кто ты? Азербайджан. Ну вот, мне нужен настоящий вот такой вот тюнинг, понял? Я вот из этой гейской вот это. У москвича понял, купил, там ездил по гей-клубам. Да. На Патриарше. Да, я вот, короче, решил, надо преобразить по-мужски, чтобы на районе понял. А то вот еду с другом. Не по понятиям, видишь, он в трусах все видят, а мы хотим вот. Да. Вот. Городаж... Уединиться, так сказать. Да, городажский. Тун. Ну я думаю, ты понимаешь, да, да? Да, Моргенштерн, я тебя понимаю. Да блять. Отлично. Мы нашли общий язык. Черный. Черный. Сразу. Черный, да! Я знаю толк в цвете. Сколько стоит тачка эта? 13 миллионов рублей, представляешь? Тенге? Да нет, рублей, надо жопой работать только наяривать, чтобы заработать. Я пока сзади посмотрю, как там. Ты покрась, я цвет этот не хочу даже видеть. Я хочу, чтобы я вышел, уже черное было. Во, другое дело, вот твои руки, бля, золотые, что делают? Тут острые козырьки, понял. Ну, отвечаю, нормально, понимаю. На самом деле, вот честно сказать, мы эту машину купили только лишь из-за того, что на ней ставятся классные диски. Ебать, вот от Rolls-Royce, кстати, солидно встают. Ну, я не хочу прям вопер делать, знаешь? Вопер, бля. Да ладно. Бургер Кинг. Че, выбираешь, что ли, все еще?
Не, я уже выехал, я уже пневму сделал, я уже на тренировку еду. Штампы белые и черную сделал. Штампы? Я не стал штампы делать. Такие более, блядь, элегантные, что ли. Говорю, скидку вам делаем и еще и рекламу вот. От меня? Я, блядь, так рекомендую каждый раз у вас тут делать. Эй, я отошел на 5 секунд, мне уже ДТП. Ну, могу и скидку делать. Да, еще. Ну, а как скидку-то? Вот, мы уже цена, я заплатил уже деньги, 300 тысяч. Не, ну тут я не могу менять систему просто, чтобы не... Ну, я понял, ты мне вернешь, типа, деньги за установку? Счет? Я номер счета свой не помню. Давай через багажник тогда скидку. Давай. А ты владелец за этой шарашки получаешься? Конечно. Ебать! Ну, просят рекламу у человека, чтобы все тренинговались, тренингуйтесь у этого молодого человека, который мне дает скидку. 300к, ну мне самому квадри 200к, вот я скину тебе 200к, чтобы... Давай, багаж? Открывай багажник. Ща. Ага. На хаш. Да все, я взял. А интересный вот у него скин, он еще так вот и говорит в эту рацию. За рекламу, пацаны, смотрите, мы заработали деньги. То есть мы, получается, вообще установили тонировку сейчас буквально за 100 тысяч всего лишь. Блин, пацаны, посмотрите на эксклюзивный пазик, ема! Блин, ну выглядит очень бодро. А где Дима? Дима? Ты где? Кремля. В Кремля? Охуенно тебе. Ты уже поднялся, я смотрю, пока я тут ездил, блядь. Яйца чесал, ты уже, блядь, в Кремле? Пиздец, а чё меня с собой не взял, блядь? Ты так устроил бы тоже куда-нибудь по блату, не? Я влетаю, слышь, там, скажи своим, чтобы, блядь, не стреляли. Чтоб меня тоже взяли, как своего. Где ты там? Я готов. Я спрятался, я хочу мигалки повесить на неё, если это и ФСО вспышки. Спрятался? Да, чтоб не мешал. Ебать, а где? Найди? Ты мне... Сейчас найду, я знаю, где он, я знаю. Он в Кремле. А? Сука, вот он, блядь, стоит. Заехали, в общем, два француза в Кремль, и им сделали из их французской просто круассанины самую настоящую кремлевскую версию. У тебя тоже стоит вспышки ФСО, я вижу. У меня всякие вспышки. Мигалка в мигалке, вспышка в вспышке. Наклейки новые полицейские завезли, пацаны, новый тюнинг. Пацаны, вот что бывает, если бы, вот что было бы, если бы... Номера блатные еще, смотри. Я не стал ставить номера, потому что опера без... А, и самое важное, у нас еще теперь спецдвигатель от Шкоды, в общем, ГИБДДшный, которая теперь рвет. Просто как, я не знаю что. Мы просто всё. Купили две Шкоды на донора, да? Да, сейчас приезжает Эммануэль Макрон, и нам нужно срочно его встретить, блядь, и привезти в Кремль, блядь, на спецверсии. Она дрифтит. Давай до аэропорта, реально, суетой, Дима. Суетой, вот так вот едем. Включай, в общем-то, еще аварийку, и мы поехали, пацаны, суетить. Аварийку, да. Не едь слишком быстро, потому что если быстро поехать, то можно расшибиться. Мы будем ехать аккуратно. Мне интересно максималка, как она сейчас поедет с багом? Зато суета. Суета, прям по... Вот смотри. Подожди, суета как делается, Дима, тормозни. Вместе поедем, конвой создадим. Типа конвой, давай. Да. Типа мы просто... Просто сигналим. Это типа, знаешь, наш свой каршеринг. Да, говношеринг. Бля, ну что здесь происходит? Давай. Мы просто суетные, мы на встречку, нам похрен. И боком закат на встречке. Под фуру не едь? Я боком двигаю. Я все время боком еду, Леха. Я тоже все время боком еду. Можешь боком до аэропорта доехать? Смогу. Вообще без вопросов. Я чуть не перевернулся и тачку не сломал. Бля, ну вот это красота, пацаны, согласитесь. Я 200 боком реально влетаю. Ебать, а у него нет тормозов, слышь? Да если будет бесконечная. А ты ебать прилетел, слышь, ты притормози, давай мы оперская езда, не просто на скорость. Я хочу 300 разогнать, это 290 было. Ебать! Погорода, я не хочу 300, но я хочу, давай. Ты хочешь 300, я знаю. Давай, бля! А где Лёха? Вон он, Лёха, наберёт на русскую, намотался на смерть. Не-не-не-не. Не, пролетел, вообще четко. Пролетел, там чувак на сотом крузаке вообще в шоке. Она, короче, не поворачивает. Она не поворачивает, не тормозит, поэтому как бы это болит. Нет, выбора. Это бобслей, слышь, это бобслейная болит, блядь, я тебе отвечаю. Реально, знак съел, да? Подожди, давай, чисто суета, на свалку. Ай, на свалку. У нас рейд. Едем на рейд. На свалку, да, заезжаем. Заезжаем, чисто суета. Она не поворачивает ни колеса влево, она не поворачивает, вообще ничего не происходит с ней. Погодите, да. Я сейчас постоянно налево кручу, она не хочет повернуть. Че, нету спавна, время. Сколько время? Нету, я думал спавн будет, блядь, думал вовремя нету, приехали. Нету, короче, я разгоняю максималочку. Она боком едет, я прямо. Да я не могу прямо, как ты максималочку, если она прямо едет? Зато она BMW M4, ебать! Это M8, это 8. Я 300 уже еду. Там а, 200, 300, 300, 310. 300 едет? 320. 300 было! Да дерево! Ебать, я проскакиваю! Ебать! 320! Поехал! Я боюсь! Ебать! Ты где? Ты, Леха, перевернулся!
воду, не толкайте мне воду. За Мерседес дурак, так ему и надо, правильно. Все, выжил, выжил. А я не могу выехать, прикинь, мне с обочины. Что это за суета, если я с обочины не могу даже сорваться? Еман, я лево-право делаю неплохо. Тормози, тормози, давай рядом, 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 рядом. Давай, я ладно. Уезжаешь, уезжаешь, торопишься куда-то, непонятно. Лёха кучит рядом. Поехали к ГИБДД, поднимем, еще какая реакция будет. Надо посмотреть, что как гаишники отреагируют. Ну это, бля. Жан Пердоли, Гачи Мучи, ремикс. Я отвечаю, это французский Радмир. Гачи Полис, короче, мы едем. Ну мне нравится, на самом деле она дрифтит. Радмир по-французски, едем за Пудоли. Бля, Радмир. Радмир по-французски, бля. Лес суета. Поехали. Понял, бля? Это отбойники повис. Не, ну вообще... Такой машины а, не нету, рулит. Да? Ну красота, я, мы обещали заколхозить, а сделали красоту. Она говно, она не поворачивает. Ну, конечно, не, полосы не так надо. Крутые. 13 миллионов еще за это отдали, прикинь. 13 миллионов, 2 лха. Миллионов за две тачки. Мне ногу да. Свело левую. 26 тысяч рублей донатом, прикинь, в нолик с день. Нолик с день, блядь. Чисто дефолт. Перекрыли. Валевский говорит, хуйню свою, убирайте, не портите проект. Ссылка. Ай, ты, блядь, я Феррари въебал, мне не рулится вообще. Я кому-то скилл-тест, да. Опять играю на какой-то тачке. Ну это на очень сложно. О, ты еще задом решил поехать? Ну, конечно, она задом лучше едет, чем передом. Бочком, 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 вот так. Опа. Не видишь, я еду. Ой-ой-ой. Ну ты, я бы не сказал, что ты едешь. Ты, бля, влетаешь просто. Ну как она дрифтит, Дима, это вообще божественно. Божественно дрифтит? Да, но если научиться управлять... Она просто едет боком, у нее не хватает выворота, это дрифт. Да не, нормально. Занос, не нет, ты просто газ не жми сильно, и все, и будет контролируемо. Не, давай, до ГАИ, конечно, надо гаишникам показать машину на... новый привоз, блин, все, переоформляем. Во-во-во, ну смотри, о, смотри. Кстати, подожди, а Шкода новая? Нет, какая-то еще новая полицейская была добавлена, я помню. Да? Камри полицейская, еще не вооружение, ты не вступи, ладно. Да, тихо, куда едешь, я... Новое поступление, французская техника приехала, блядь, гейская. Надо вам такое? Нормально ебать, давай ебать. Не, нормально вообще, французы. Французы ебать, догоняют свои велосипеды, блядь, нам несчастные эти, блядь, каталажки, блядь. Привезли в Россию, нихуя догнать никого не можем, блядь. Дай с тобой покататься, открой. Давай, мне нужен полк целый. Прыгайте. Полетели. Вот теперь, блядь, полиция, понимаю. Ты мне открой. Вон, Брешина тоже, берите полк. Сейчас, Дима, я покажу им, бля, как настоящие ездят, бля, челы. Я еду, это мои оперские французские колокольчики, извиняюсь, слышно. Оно не тормозит, блядь, я уже пол дороги торможу, блядь, не могу тормознуть. Пушка-гонка. Ну, то есть мне можно, да, на красный, да, суета, все туда дела. Ты уже до аэропорта доехал, я с двумя ментами, короче, от первого лица тонированный просто, с мигалками, с МЧСником. Еман, офигенно. Я еду просто от первого лица. Я, да, от первого лица сейчас и еду, да. Вообще салон пушка. Специализирован, вообще классно. Она максимально... Аруль какой вот, да. Ты понимаешь, это одна шпага вот эта вот, от середине как бы. А, ну кстати, да. Он очень необычный. Ну короче, встречаем Эммануэля Макрона, бля. Круассаны. Круассаны ты привез, нет, встретить? Круассаны со сгущенкой и орехами тот. Со сгущенкой, где ты? Спущенец. А, вон он. Поехали продадим их. За сколько? В таком виде, я не знаю. Найдем лоха какого-нибудь. За 15. Мы же за 13 купили, да не, за 15 мы вложили больше. Бля, я, короче, максималку поехал разгонять. Бля, я во Францию, Дима, полетел. С ментами, блядь. Ебать! Ты прилетаешь? Я хотел разгонить, попробовать тоже. Подводная, блядь, полиция. Ты нахуй ты встал, ну, блядь, ну проезжай. Ракушка затонированная, блядь. Пожалуйста. Ну пацаны, мы днище пробили, получается, контентное, да? Назад. Ты хочешь меня удивить? Да. Сколько смотри. Едем? 207 зависли. Блять, зависли! Нет! Бля, ты меня разогнал, Дима, ты в ту же сторону, причем куда да? Я с ментами полетел, блядь. Ебать, я перелечу сейчас! Подожди! Да ладно! Покажи, какая там скорость. Да сука, я не знаю, но я перелетел дальше, чем на свои. Короче, я подтопили мы две машины, так я понимаю. Короче, серия подходит к концу. Да, серия подходит к концу. Спасибо, что посмотрели. Это лютый разгон был. Адский разгон нам. Нормально, машина. Покупайте все, донатьте 13 тысяч рублей, блядь. Не покупайте все никакие PlayStation. Донатьте, вот покупайте эту машину. Сейчас не хватит, донаты изменили. А, ну вот. 13 миллионов, там 10 миллионов. А, ну вот, тем более, да, чуть побольше надо, чтобы такую машину купить. Поэтому пока.